Сегодня в России стартовала программа доступных путешествий по стране. Оформить кэшбэк есть шанс ровно неделю, по 28 августа включительно. За это время можно приобрести поездку в любой из регионов и вернуть от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости выбранного предложения. Татьяна Баркова расскажет об основных условиях и о том, что ждет новгородская туристическая отрасль от участия в программе. Заказать тур и вернуть кэшбэк можно, не выходя из дома. Заходим на сайт «Мир путешествий РФ» и жмем на первую красную кнопку, которая попадается на глаза. Регистрация карты «Мир». Это займет буквально 3 минуты. Нужно только указать номер телефона, дату рождения, имя, пол и электронную почту. Все. Сайт сделан максимально удобно для пользователя. Разобраться можно интуитивно. Далее выбираем нужный федеральный округ. Для туристов, которые хотят приехать в наш регион, это северо-западный. Жмем «Подробнее». И ищем Новгородскую область. Вот она. Здесь сразу же представлены туроператоры, отели и экскурсионные туры. Осталось только выбрать. В рамках программы в нашем регионе постояльцев ждут более 10 гостиниц и отелей, например, Трувор. Период карантина пережил тяжело. Однако теперь туристы едут сюда из разных городов и стран. А благодаря новой программе работники ожидают еще больше постояльцев. На мой взгляд, программа по кэшбэку, она позволит увеличить срок пребывания гостей в Новгородской области, потому что обычно приезжают там на день-два. Новгород перестанут воспринимать как город выходного дня, ведь обязательное условие для туристов – выбрать тур, который займет не менее 4 ночей. Программа проходит во всей стране, в нее вошли только классифицированные гостиницы и только те туроператоры, которые состоят в федеральном реестре. Кэшбэк составляет от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от стоимости поездки, и вернется на карту через 5 дней после оплаты. Средства, из которых возвращается кэшбэк, выделены из резервного фонда правительства страны. Наша стратегическая цель – это оставить туриста на более продолжительный период, посетить не только Великий Новгород, но и другие муниципалитеты, и другие интересные локации нашего региона. И эта программа нам позволит это сделать. Заказать тур в рамках программы можно с 21 по 28 августа и оплатить нужно в этот же промежуток времени, чтобы кэшбэк вернулся на карту. Сама поездка может быть назначена на любое время до конца 2020 года. Ограничений по количеству людей в одном туре нет. Вся подробная информация есть на сайте «Мир путешествий РФ». Там же на все ваши вопросы ответит онлайн-консультант. Татьяна Баркова, Михаил Серов, новости Новгородское областное телевидение.